Мама Лена сходила за печенькой, а с ней пришел Кусик. Девочки, вчера печенье привезли, да? Ой, давай, давай, бери. Так он с Егором играть любит. Иди сюда. Кусь, ай, стоп. Кусик, иди сюда. Давай, давай, проходи, будь как дома. На, Кусь, не забывай, что в гостях. Хватай, хватай Егорку, хватай Кусь. Кусенька. Что там? Бэби, что там написано? Мира, да, на, моя кошечка. Держи, солнышко. Егор, глянь перед ним. Бэби бисквит. Бэби бисквит. Оп. Витя, держи печеньку. Ага, нос увел из-под носа. Ой. Опа. Тихо. Ну-ка, я попробую. Угу, угу. Юля, блин, гляньте сбоку, как видно, опухло. Ну и отсюда, конечно, видно, что опухло вон оно. Завтра еще синяки повылазят. Это спасибо Коле. Где мое солнышко? Да на, моя девочка. Мира, вот сюда прийти не вариант к нам. Двери-то открыты. Кусик, иди сюда, на. Иди сюда. Эмма, держи. На, моя косточка, на. Иди сюда, на. Иди ко мне. На, ёжик на тебя нападал? Ёжик нападал? Куси этого ёжика. Вот так правильно, Куся. На. Куси, Кусик. Ты Кусик или где? Ой, блин, Юля, лапками по спине, у меня ж мурашки по коже. Кусик, Кусик, хватай его. Хватай ёзыка. Хватай ёзыка. Да-да-да, хватай. Ну какой? Люлька. Ну, я сладкая люлька. На, Эмочка, моя девочка. На, моя кошечка. Да. А завтра мама пойдет сидеть с другими енотами в вольере, а к вам не придет. Жалко, что у вас одна мама, да? Чтоб я каждый день бы с одними вами бы сидела там. А с другими бы другие сидели. Мамы. Приезжайте к нам в гости. Так скажи, посидеть с нами, потусоваться. Так надо к вечеру приезжать, когда они просыпаются. Держи, Мярусь. Егор, Витюн. Опа, опа, держи. А то Витя спит у меня. Надо его утром прям выносить сюда и все. Жалко, Ракелю не заставишь выйти. Ну, блин, ее кроет сейчас конкретно, поэтому... Посидит чуть пару часов одна, пока Витя погуляет. Люля, дитю кусялись, и маму кусяла, она кусяла. Бандитосница, вот. Самая такая смали с такого раннего возраста. Ага, кровь на штанах. Егор, не надо кровь трогать. Ага, и люлька, гляньте. Кусик, так, не бойся. Ага, сейчас они тебя дадут. Нельзя гавкать на них. Клава, ох и Клава. Идите, что это за желтый? Желтопуз у нас тут завелся, желтопузик. Пузик, желтопузик. Ой, пузик, пузик. Пузик, гляньте, какой желтенький. Желтенький, а это Федюшка наш. Желтенький такой. К маме приходит, он с мамой дружит. А Клава бестолковка. Да подожди ты. Да пути ты меня, пути. Пути, пути, дай глазку вытру. Сейчас надо кашку еще поставить собачкам валить. А так мы все дела уже на сегодня поделали.
Сегодня люля у нас у енотов. Мама Лена печенье сушила. Кушать я вчера наготовила, короче. Вот, завтра опять готовить. Ой, капец. Кусь, не бойся. Кусик, Кусь, не бойся. Вчера арбузов наконсервировали. Скажи, да, наконсервировали арбузов вчера. Вкусных. Кусик, иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне, иди. Иди садись на диванчик. Тут люлька твоя любименькая. Витя, а ты что там залип?